Ты еще не начал играть в Warface? Отлично, сейчас ты сможешь начать играть с огромной кучей доната, випками и другими бонусами. Просто зарегистрируйся по первой ссылке в описании, открой одну бесплатную золотую коробку, забери награды с нее и заходи нагибать всех. Потому что далеко не все начинают играть с бонусами, у тебя будут отличные шансы нагнуть всех и получить отличные эмоции от игры. А со временем ты также откроешь себе кучу крутых пушек и накопишь много варбаксов, на что тоже сможешь купить крутые пушки. Также я оставлю в описании ссылку с гайдом, как после регистрации по этой ссылке получить халявный VIP-ускоритель и другой донат. Удачи! Здарова всем, дорогие друзья, с вами Серега, и погнали наконец-то открывать сраные кейсы. Я так и не застал момент, когда наконец-то эти кейсы сделают по адекватным ценам, но я уже купил ключи, в принципе, на все кейсы, и сегодня, я вам скажу, мы откроем три этих кейса, то есть кейс киви, кейс боевое снаряжение и кейс ресурсы для сборки. Получится где-то 90 с хером кейсов, может быть 100 докупим, в принципе посмотрим, потому что кейсов тут 38, в принципе почему бы нет, я сегодня вообще шикую, но в принципе, когда наберется куча лайков, они наберутся, и через парочку дней мы откроем, чуваки, вот эти самые дорогие кейсы, потому что они вообще не падают. То есть, посмотрите, это 9 кейсов, и я еще, получается, на 100% все прошел. То есть, это мне половина этих кейсов, или вообще все просто дали за то, что я там проходил, оперативники, не оперативники. То есть, 2 кейса, 1 кейс, 9 кейсов. Ужас, сука, как мало. Вот если кейс киви просто жесть как падает, то эти кейсы мне придется на следующий выпуск закупаться, просто аж обосраться можно, потому что их, ну, они очень дорогие. То есть, 100 кредитов, понимать, чтобы купить 30 кейсов, нужно потратить 3000 кредитов. То есть, довольно много. Кстати, прежде чем мы начнем их открывать, для своих подписчиков разыграть 3 допуска киви, или если у вас уже есть допуск киви, то кредиты. Что принять участие, все лишь ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, пишите комментарии. В комментарии оставьте ID своего ВКонтакта, чтобы с вами можно было связаться и отдать ваш приз. Не забудьте нажать на колокольчик и все такое. Короче, погнали, давайте, я уже давно этого ждал, потому что уже на торговой площадке куча всяких сексуальных вещей выставили. А я так до сих пор, кстати, вот идиотскую, кстати, сделали анимацию, открытие, вот раньше. АХ на 1 час, спасибоньки. Спасибоньки огромное. То есть офигенная раньше анимация была, да, типа, ну, да, она долгая была, можно было, в принципе, ускорить. Вострес оригин, охрененно просто. А сейчас просто однотипное какое-то говно. Что это вообще такое? АХ-308 на 1 час. Мне говорили, что этот кейс самый бомжатский, самые крутые кейсы, собственно, которые более-менее всего дорогие. Но, опять же, посмотрим содержимое. Всякие тактические топоры, камыши, всякие камуфляжи, камуфляж. Ну, вот это вроде камыши. То есть, если взять сколько этих предметов на торговой площадке, то мне кажется, что хотя бы камышка. Какой нахер АХ на 1 час? Пошел в жопу! То есть, что должно хоть что-то нормально, адекватное выпасть. Я хочу все скины камыши, потому что довольно сексуально, они на довольно интересное оружие. И я хочу их, сука, получить все. Давай выпадать, тварь! 1 час, а чё за говно? Тут такой шанс, что ли? Ладно, я правда мало еще ключей, но все равно это очень дорого. То есть, это я свои бабочки закидывал, то есть покупал ключи. Потом кейсы еще хотел покупать, но слава богу, я наиграл, то есть это кейсы я просто так получил, то есть за игру. Я всего лишь 5 кейсов сборки докупил и боевого снаряжения 5 кейсов докупил, чтобы с ключами совпадало. Я-то думал, что за каждую игру мне по 10 миллионов кейсов будут давать, что потом админы торговой площадки сделают, что они как-то полегче будут выпадать, и все будет замечательно. Че за говно тут вообще, эти скины есть, нет, алло? Не, я честно, я вот эти скины, если мне сейчас эти кейсов не выпадет, я про них вообще забью, вообще в жизни никогда их больше не открою. Буду открывать зимние охоты всякие, абсолютный власть, самый редкий кейс, но в зимней охоте, не знаю. А, в зимней охоте вроде, кстати, ничего с особо интересного нету. Мне кажется, будет поинтереснее какую-нибудь абсолютную власть побольше открывать. Или атлас войны, там какие-то охрененные скины можно выбить, которые продаются за 20-30 тысяч кредитов. В принципе, почему бы нет, можно навариться, можно продать. Хотя, меня очень интересует кейс для сборки, потому что с кейса для сборки можно выпасть АК-Альфа и Крис. Супер. А это, собственно... Ты что за говно? Какой один час пошел нахер? Это что такое? 20 кейсов. О, 12 ключей даже осталось. Что? Ебич, ты че? Не, слушайте, это вообще... Что за говно? Я когда открыл на стриме, когда только этот вышел на твинке, мне сразу с кейса киви выпал скин на десерте, что ли, камуфляж. И кто-то мне сказал, что он всем падает. Что за говно? Почему он мне не упал? Опять 1 час, вы чё, курите, что ли? Блин, знаете, выгоднее просто пойти на торговую площадку, где там за 200 кредитов все эти скины продаются. Намного выгоднее. Я, кстати, сделал такое видео, если я с 2 выпусков ни хрена не выбью, я с огромной суммой кредитов просто куплю все интересующиеся скины, потому что кейс открывать для эмоционального плана, конечно... Там был десертач, вы видели? А... Чё за говно, типа залагало так, что ли? А можно мне и то, и то?
Не, идиотская, конечно. Что, в смысле, тут вообще типушки на час падают? Ну ладно, тут что можно, понять этот кейс, он, в принципе, просто всем падает. Ну я не понимаю, ну... Ну кому, ну серьезно, что ли? Просто с оригиналом 7 кейсов, давайте, окей, откроем остальные кейсы, и все же, может быть, докупим еще 7, чтобы в сумме где-то 100 получилось. Серьезно? Сириусли? Один ресурс? Второй ресурс. Серьезно? Блин, серьезно? Твою мать. Сука, что за говно? Дайте хотя бы третий, четвертый. Я же за бабки это открываю. Четвертый ресурс. Пять штук это мало. Это очень мало. Мне, кстати, знаете, сколько осталось? То есть я уже почти, вот почти 152 пятых ресурса, дорогие друзья. То есть если много четвертых нападает, то есть можно их просто будет обменять. Ну, я не думаю, что их настолько много нападает, но просто, чуваки, мне нужен пятый ресурс. Просто я видел, что кому-то просто 50 выпадает, вот неровно 50 и надо. Ну там 48, ну ладно, я от 50 тоже не откажусь. Выпади просто 50. Ну я просто, платиновые контейнеры вообще не выпадают. Если выпадают, с них также выпадает. Именно третий ресурс, вот самый минимальный, самый именно выпадает, не знаю. Четвертый ресурс это сексуально, но если взять, что в этом кейсе есть странный Крис Супер, странный Акальфа, я хочу, чтобы выпал именно Акальфа и Крис Супер. Я, конечно, очень много хочу, но я в эту игру задонатил столько, бля, бабла. Столько, бля, бабла. Сколько за 100 лет некоторые не зарабатывают. Мне должны просто выпасть сраный Акальфа. Или сраный Крис Супер, неважно. И то заберу. Конечно, можно его на торговой площадке продать, но, наверное, все же я его заберу, потому что, ну, там какая-то 50 тысяч кредитов, такая себе сумма, конечно. Если продавать, то только чтобы он там один, да, понимаете, был. Ну, что, честно, никто его особо не будет покупать. Все шарят, что сейчас скоро их больше и больше и больше и больше будет. И можно спокойно будет купить хотя бы за 1020-15 кредитов. И все. Да тем более, люди уже сейчас сами его смогут... Бляха-муха, ты чё гонишь, что ли? В смысле один ресурс, твою мать? Два ресурса, сука, это же за бабки, блядь! Это же за бабки, сука! Это же за деньги ты открываешь эти сраные кейсы! Ты не бесплатно их открываешь, ты их не получаешь! Ты ж открываешь их за бабки, ключи все равно надо покупать, все равно эти ключи, они выпадают вот с таким маленьким шансом. И все равно выпадают какие-то вторые ресурсы, первые ресурсы, но должно же быть хоть... Да что это такое, бля, их лучше бы не открывал, я столько бабок в эти кейсы залил, а лучше просто на торговой площадке все нужные скины купил. Но знаете, вот там маленькая возможность выбить всю Жака Альфа, вы просто не представляете, вот просто хочется, сука, попробовать. Но ты просто вот потом понимаешь, что это просто полная жесть. 9 ключей, кейсов 5, я не понял, каким образом это получилось, вообще не понял. Блять, один ресурс, как можно было сюда один ресурс запихать? Это же кейсы за бабки, вам не стыдно, третий ресурс. Да, я подумал, что хотя бы за бабки будет четвертый по КД падать, третий минимум. Но второй, первый ресурс только падает. Конечно, это все очень сексуально, но пошло на все в жопу. Но это не круто, но это вообще не круто, что за дерьмо? О, бляха-муха, просто ладно, докуплю, если что. Посмотрите, держим, а что тут в боевом? А, не, во, камуфляжи камыша, не вот тут вот. Подожди, а что, самый дерьмовый, что ли, кейс получается? А что тут за камуфляжи? А, это камуфляжи Киви! Не, слушайте, это сексуальный камуфляж. Но они тоже не особо дорогие, тем более мне еще половина. Че ты всегда закрываешься? Ладно, чуваки, хотя бы сраные... Ну, блин, камуфляжи камыши. Элитная церковь, блин. Камуфляж камыш. Стоит 200 кредитов на торговой площадке. Если он мне сейчас не выпадет... Пошло на всю жопу. Это будет смешно. Элитная X308. То есть, вы прикиньте, 200 кредитов, 300 кредитов стоит. Да в итоге потом вообще 100 кредитов будет стоить. И... Серьезно, мне за бабки я купил эти кейсы, не выпадет. Точнее, ключи, кейсы. Ну, кейсов я не помню, может, штук 5 опять же докупил. О! Камуфляж-камышка на что-то выпал. На имбел вроде. Или не камыш. Короче, говно какое-то. Мне это не интересует. Самые крутые на калику какой-нибудь. Вот самые симпатичные. Но все равно, блин, одни эти элитные пушки падают. Какого хрена, твою мать? Камон, алло, дай мне нормальный донат, пожалуйста. Сука, идиотская анимация. Сделали бы обычную рулетку, что там крутится, не знаю. Но просто понимаете, суть всех этих рулеток — это удовольствие, которое ты получаешь от кручения, что у тебя не выпадает, в любом случае у тебя есть эмоции. Но тут просто что это такое? Что это за анимация, твою мать? Кто это придумал? Вы что, олени, что ли? Просто как можно так относиться к своей... Что?
Там был, сука, нож, камуфляж! Какого хрена? В смысле там нож, блядь, был? Алло! Если вы мне не дали нож, вам пиздец. Просто что это такое? А, нет, смотрите, есть ножик. А камуфляж, камыш, слушайте, а выглядит довольно сексуально. Получается, мне там какие-то еще камуфляжи падали, хрен его знает. Я не помню, какие у меня тут камуфляжи есть, честно, но мне выпал нож, показалось другую пушку, и все равно выпал нож. Все, я не знаю, что творится, короче, открываем кейсы дальше, 16 кейсов, 16 ключей, давай еще камуфляж, 2 камуфляжа, камыш есть, 400 кредитов уже заработано, хотя один ключ стоит 30 рублей, плюс еще если за 100 кредитов покупать. Вот, деточка, камуфляж, камыш для Максим, сука, я радуюсь камуфляжам, камыш, который стоит, сука, 200 кредитов, да, МС Серега, детка, да. Нет, честно, после такого огромного открытия кейсов, когда тебе просто членом по губе, понимаете, даже камуфляжи камыш за 200 кредитов, они довольно очень сексуальны, они довольно красивые, почему нет? Но все равно, опять же, выгоднее просто закинуть денег в игру, хотя у меня там где-то 14 кредитов есть, в принципе, да, закинул деньги в игру, в принципе, просто взял и купил на торговой площадке, мафака, не знаю, что я херня. Воу, слушайте, камуфляж камыш, но они выглядят просто великолепно. Я уже почти все, вот сейчас бы на калику камыш выпал. Было бы... АХ-308, твою мать, какой он клёвый. Он издалека выглядит реально очень клёво. То есть не как камыш. Не знаю почему, кто догадался его камыш назвать, но выглядит он реально клёво. Ладно, этот кейс хотя бы более-менее удачный. Правда, тут бомжатские скины, но все же выглядят они вроде издалека довольно сексуально. Не знаю, как в руках они будут выглядеть. А потом, в принципе, посмотрим. Давай. Ёпта, мне просто все камуфляжи камыши повыпадали, твою мать. Нихера себе. Ладно, это клево, хорошо. Это самый везучий кейс, но камыш на калику, это было бы тоже прикольно, потому что на калику я вообще не представляю скины, то есть. Никогда она просто черная всегда, сука, была, как непонятно что. Сейчас вдруг на нее нарисовали какой-то скин. Так, давай. Так, ладно, кейсы закончились, хорошо. 7 кейсов. Давайте. 3 сюда докуплю, получается, ключ. Купить ключи, кейски. Так, давайте. 3 ключа сюда докупим, у меня, кажется, 3000 есть. Так, и получается кейс для сборки, мне нужно 3 кейса. Твою мать, какие счастливые люди, которые продадут эти сраные кейсы. То есть их никто стопудово вообще не покупает, вообще стопудово. Только максимум 2 идиота типа меня, типа я и какой-то еще идиот, который не вкуривает, что просто можно сыграть и их бесплатно тебе дадут. Ну ладно, хорошо, чтобы в принципе так все было симпатично, давай. Да не, ну это вообще жесть, ну какой, что это за хуйня, ну какой первый ресурс, ты че хуй... В жопу, блядь. Чувак, альфу крисупер тут добавили. Под ним первые ресурсы падают. Это самый сексуальный кейк, кстати, был, который я вообще хотел открывать, но... Чё-то, сука, мне не хотелось. Чё-то какое-то говно. Не, ладно, это еще более-менее такие самые выпадаемые скины. Надо будет посмотреть в следующем видео. Так что, чуваки, поддерживайте лайками. Чем больше, тем быстрее мы откроем 3 вот этих кейса. И посмотрим, что выпадет из них. Максимум, что мне сегодня выпало, это сраные камуфляжи на камыш. Остальное полное говно. Минус, опять же, дохрена просто бабла. Но камыши выглядят вроде сексуально. Вроде сексуально, опять же, это по 200 кредитов. Я остался в огромном просто минусе и пошел он все в жопу. Надеюсь, остальные кейсы себя окупят, чуваки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите ваши комментарии. Все ссылки есть в описании. Обязательно загляните. С вами был Серега, увидимся. Пока.